Я предлагаю 21-22 апреля, это суббота-воскресенье, провести субботники по всей стране. Субботники власть не может запретить, тем более суббота-воскресенье, тем более нужно проводить в своих дворах, около своих домов и общественных местах, как центральные парки. Ну, вот вы знаете свои центральные места, где можно, где народ гуляет. И вот представьте, если мы по всей стране проведем акцию «Субботник», вычистим свою страну, да, название мы можем придумать. Вот это такая акция, безопасная, на которую не требуется разрешение в своих домах, районах, кварталах, в дворах провести субботники. Субботники 21-22 апреля. Что нам дают эти субботники? Ну, например, возьмем двор, на котором стоит 5-6 домов многоэтажных. Я пока буду говорить о городах. Значит, вы, активисты, формируете команды и начинаете заниматься подготовкой. Договариваетесь с местным КСК, там, ну, не знаю, у кого-то есть свое, наверное, своя принадлежность, там, лопаты, грабли, все прочее. Начинаете чистить, общаться, и вы формируете команду людей, между, с которым вместе делать общее дело. Вы можете свои дворы разукрасить, чтобы все понимали, что именно такая народная акция. Вот представьте, когда по всей стране вот эта акция проходит, и как единый организм, и это все организовывают наши активисты, сами люди организовываются. Это вообще здорово, тогда наступит какой-то момент, а мы проведем еще акции. У нас в конце апреля будет еще одна акция, в мае будет их несколько. От акции к акции наша численность будет расти и расти. Вы будете видеть тех людей, которые поддерживают вас, наши инициативы. Вот этот момент, он объединяет весь народ. И когда мы, нас, вы увидите, что вчера вас было 10, потом 100, потом 10 тысяч. Но кто из полицейских решится к вам какие-то претензии предъявлять, когда их у вас будет десятки тысяч? Сама полиция будет среди народа ходить на этом субботнике работать, сами понимаете. А власть не сможет этому препятствовать. А это еще шаг солидарности и к объединению. Вот как вчера на Наурус мы выходили, или вот День аутистов, да, поддержали. Это День ООН. А 21, кстати говоря, 22 апреля, это всегда в Советском Союзе были субботники. Вот. А у нас еще так совпадает, что это завершается Наурус. Это все наш национальный праздник. Поэтому власть не сможет препятствовать. И это у нас еще новый шанс объединить наших людей в единую команду. Конечно, на этих субботников можно сажать деревья, тополя, например, там у нас тополя везде растут, да, вот, и другие какие-то саженцы засаживать. Если это сельская местность, там дворы, общие заборы есть, забор каждый свой отдельно, каждый красит, видит соседа, кто красит. На этих субботниках можно в синих футболках, с синими шарами, там одеваться как угодно, так, чтобы это показывать наши цвета. Чем больше людей, тем лучше. Всем привет! Вы только что посмотрели видеоролик на моем канале YouTube. Вы можете сделать свой вклад в развитие движения «Демократические выборы Казахстана». Первое. Подпишитесь на мой канал YouTube. Второе. Поделитесь видео со своими близкими друзьями. Третье. Вступайте в «Демократический выбор Казахстана».